Добрый день. Сегодня мы рассмотрим монеты США. Это 25-центовики с изображением национальных парков США. Также эта серия называется «Прекрасная Америка». Серия памятных монет номиналом 25 центов. Также их называют «Quarter», 1/4 часть доллара, четверть доллара, четвертак, которые запланированы к чеканке монетным двором США с 2010 года по 2021 год. Программой предусмотрена ежегодная, за исключением 2021 года, чеканка 5 видов монет с изображением национальных парков или других природных объектов по одному для каждого штата, федерального округа или территории. Очередность зависит от порядка, в котором они были утверждены в своем статусе. На аверсе изображен первый президент Америки Вашингтон. На реверсе будут изображаться национальные парки. Также мы в этом альбоме видим описание данной серии всех монет. На данный момент выпущено 50 монет данной серии. Давайте рассмотрим аверс данной монеты, на которой мы увидим портрет президента Джорджа Вашингтона. Здесь присутствует надпись Liberty, и внизу перевод с английского на русский. Четверть доллара. Реверсы, конечно, монет уже у каждого штата свое изображение национального парка. Все они отличаются. Повторов монет нет. Так, сейчас я достану монетку и мы посмотрим гурт данной монеты. Как видим, гурт рубчатый. Вот такой набор 25-центовых монет. Всем спасибо за внимание, за класс репост. Огромное спасибо. Всех, кого заинтересовала данная информация, пишите в личку. Также есть канал на YouTube. До свидания.